We are here today in Bishkek, very happy, even though it's raining. We don't. Они очень счастливы приехать в Кыргызстан, несмотря на осадки, и им очень интересно увидеть хоть за эти небольшие два дня Кыргызстан. Очень хочет поехать в Аларчу и посмотреть природу там. Значит, на турпоезде, который приехал, 55 туристов из разных стран. Это Австралия, Англия, Швейцария, Австрия и Германия.